С недавних пор себе найти партнера можно в Калуге. Именно там началось производство компакт-вена Peugeot Partner Crossway. Выглядит он увесисто, сразу видно, не неженка, можно положиться. Длина кузова 4 метра 380 миллиметров. Приставка Crossway делает этот автомобиль универсальным солдатом. Он небольшой и маневренный, как хэтчбэк, вместительный, как минивэн, а клиренс вполне кроссоверный, 175 миллиметров. Модель специально адаптировали для нашего рынка. Установили металлическую защиту картера, увеличили емкость аккумулятора и бачка с незамерзайкой. Стоимость тестового автомобиля 1 399 тысяч рублей. Конкурирует он с разными сегментами. Кроссоверами Renault Duster и Hyundai Creta, переднеприводным внедорожником Nissan Tirana. В отличие от привычных легковушек, задние боковые двери здесь не распашные, а сдвижные. Смотрите, какой проем! На втором ряду установлен не сплошной диван, а три раздельных сиденья с индивидуальными регулировками. Запас пространства устроит даже рослых пассажиров. А скрасить пребывание помогут приятные мелочи, вроде откидных столиков. Возможности трансформации впечатляют. Все сиденья можно легко вынуть без специнструмента. Так объем багажника возрастет с 675 до 3000 литров. Добавьте к этому квадратный проем, и можно перевозить хоть квадроцикл. На водительском месте удобное кресло, приятный в хвате руль. Не устаешь, даже когда проводишь за штурвалом целый день. У нас на тесте версия с бензиновым мотором, рабочим объемом 1,6 литра, мощностью 115 лошадиных сил. Двигатель достаточно консервативный, что для такого рода машины только во благо. Турбонаддува нет, зато можно заправляться 92-м бензином, и аппетит скромный, около 7 литров на сотню. Есть, кстати, дизельный вариант, которому нужно и вовсе 5 литров. На выбор предлагается механическая коробка передач, либо, как у нас, шестиступенчатый автомат. Такая трансмиссия здорово облегчает вождение в городской сутолоке. Переключается быстро и всегда своевременно, и едет автомобиль очень бодро. Характер разгона при полной загрузке не меняется. То же самое можно сказать и про управляемость. Даже череда виражей не выводит его из себя. А еще в нем есть шайба управления ездовой электроникой. В непростых дорожных условиях на помощь приходит система Grip Control, которая существенно повышает проходимость. Приятную машину сделали французы. Просторную, функциональную, многогранную. Уверен, партнер Crossway будет часто мелькать на наших дорогах.